Кузница спортивных талантов. Учащиеся с Дюшор номер 3 покоряют вершины вольной борьбы как на мировом, так и на республиканском уровне. В следующую пятницу спортсмены проявят себя в очередных схватках на ковре. Традиционно в комплексе «Спартак» уже в 19-й раз пройдут соревнования по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Сергея Коренькова. У меня медали есть, 3 первых места. На соревнования я много ездила, получала места некоторые. Первое, второе, третье. Сплав молодости, опыта и все, главное, сплав взаимопонимания. В школе подобраны профессионалы, которые каждый знает свое дело. И каждый старается на благо школы. Все силы на спорт. Евгений Лукомский, директор детско-юношеской школы, делает все возможное, чтобы преподаватели и учащиеся чувствовали себя на тренировках максимально комфортно. В учреждении постоянно пополняется спорт-инвентарь. За последний год здесь появились новые борцовские ковры, велотренажер, эллипсоид, беговая дорожка. Это большая необходимость. Это не только для борцов важно. Это вообще укрепление корсета мышечного с любого человека, в принципе, всех приглашаю заниматься. Для детей удобно тренироваться, в принципе, здесь есть все необходимое, чтобы заниматься спортом и достигать результатов. Сам тоже иногда прихожу. Евгений Лукомский всегда оперативно реагирует и отстаивает интересы не только своих учеников, но и избирателей. Мужчина-депутат Бобруйского горсовета. 3 созыва подряд избранник решает вопросы горожан. Каждому индивидуальный подход. Задачи разные, но большинство касаются трудоустройства и жилья. Каждый созыв отличался по-своему. Очень было много обращений, очень было много оказано помощи. Особенно в последнем созыве мне нравится то, что люди, они начали больше доверять депутатам, начали обращаться. 2 семьи обратились ко мне по поводу постройки жилья в 7-м микрорайоне. У них немножко не получалось. Но вот благодаря небольшим таким вот связям, они уже проживают второй год. Да. Дальше больше. При этом спортивная стезя всегда в приоритете государства. В Сдюшор номер 3 развивается несколько направлений. Вольная и греко-римская борьба, дзюдо, тэквондо, айкидо. Каждому ребенку особый подход. Занимаются здесь как мальчики, так и девочки. Мотивация у всех одна – стать олимпийским чемпионом. Ольга Васинда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.